Мы находимся на неделе российского ритейла, разговариваем с нашими гостями. Анатолий, скажите, какие цели преследуете, посещая эту неделю, этот форум, и какие ожидания у вас от российского ритейла в целом? Ну, ожидания у нас самые простые. Мы хотим продвигать технологии для российского ритейла. Мы представляем компанию SimCorp. Соответственно, это роботы, которые помогают сделать фреш еще более свежим. Аудитория, которая здесь гуляет на самой выставке в экспозоне на деловой программе, является ли это аудитория целевой? Будущий ли это ваш контрагент? В целом, да, поскольку здесь представлены ведущие ритейлеры нашего российского рынка. И я надеюсь, что мы можем быть им очень полезны, что наш рынок все-таки созрел для технологий автоматизации, для роботов на своих складах. И будем верить в лучшее, возможность сотрудничать. Россия в целом готова закупать или использовать, внедрять робототехнику, или для нас это очень новая технология, которая нужно очень много пропагандировать на целевой рынок? Интересный вопрос. На самом деле, мы когда 2 года назад еще подходили к различным компаниям, показывали наши технологии, объясняли, что мы делали. В общем, люди делали такие очень круглые глаза и вообще спрашивали, а что это такое, как это работает. То сегодня уже к нам обращаются, нас готовы слушать, нами интересуются, мы делаем расчеты наших систем. И в целом, как мне видится, наш рынок наконец-то все-таки созрел для полноценной автоматизации именно в плане роботов. То есть это не просто какой-то софт, какие-то помощники, аудиопомощники или еще что-то. Это 100% автоматизация без участия человека совсем. Спасибо большое. Не переключайтесь, скоро включение с новыми гостями.